Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Идет первая декада августа. Погода снова пришла в нашу местность. Жаркая, сухая, ну, правда, довольно сильный ветерок. И сейчас речь пойдет о подсолнухах. Каждый сезон выращиваю небольшое количество подсолнечника, хотя использовать его никак не использую. Весь урожай идет птичкам. Часть головок срезаю, сушу, зимой использую для кормушек. Часть оставляю прямо здесь. И многие птички с удовольствием слетаются на это лакомство и, надеюсь, остаются довольны. Выращиваю подсолнечник в этом сезоне сорта «Лакомка». Очень хороший подсолнечник, к слову сказать. Использую свои семена, и каждый сезон этот сорт дает неплохой, я считаю, урожай. Головки у этого сорта вырастают довольно крупные. Ну, в этом сезоне, может быть, не очень крупные, но, тем не менее, даже в этом сезоне они вот такого размера. А бывают вообще рекордного. Семечки, ну, сейчас еще, конечно, они не дозрели. Но они вот такие крупные, вкусные. Можно, конечно, немного попробовать, но все-таки их использовать, как правило, не используем. Какой сильный ветер. Порывы такие неприятные. Трепет все. Ну, да делать нечего. Такая погода для нашей местности не редкость. И к этому мы привыкли. Надеюсь, и растения тоже. И вот этот подсолнечник. К началу августа, ну, уже заметно подрос. И скоро семена начнут поспевать. И птички будут их уже пробовать. Напомню, подсолнечник был посеян сухими семенами. Сразу вот на это место, рядом с картошкой, 23 мая. Никакого ухода особенного для него не производилось. Только изредка на первом этапе подсолнечник поливал. Никакой подкормки ему не делал. И вот он растет хорошо. Единственное, что посев, как всегда, делаю загущенный. Но потом подсолнечник проредил, ну, на расстоянии, ну, примерно сантиметров, наверное, 60 между растениями. И этого, как правило, бывает вполне достаточно, чтобы подсолнух рос хорошо. Кто любит пощелкать семечки, вполне может взять этот сорт на заметку и с успехом его выращивать. Ну и, конечно, подсолнечник выглядит очень красиво, декоративно. Даже ради красоты можно его использовать. Он является неплохой кулисой и защищает другие культуры, ну, например, от сильного ветра, вот как сейчас. Так что польза от него, считаю, есть всегда. Еще хочу обратить ваше внимание на один интересный момент, касающийся вот этих подсолнухов. Это следующее. Вот смотрите, все подсолнухи, они ориентированы по направлению к солнышку. То есть преимущественно смотрят, ну, на юг, примерно, конечно. И со временем, когда головки у них начинают тяжелеть, они склоняются именно в эту сторону. Все вроде бы естественно, но, как всегда, среди подсолнухов, как и среди людей, наверное, находятся, как называют нетипичные растения огородники, упрямцы. И эти растения ведут себя по-другому. Вот один подсолнух, он смотрит в другую сторону. Никак его, конечно, не трогал, специально не ориентировал, мне это совершенно ни к чему. И вот все подсолнухи наклонены в одну сторону, а один подсолнух, упрямец, в другую. Почему такое происходит, я, конечно, не знаю. Ну, много факторов влияет на рост подсолнухов. Вот такие бывают интересные случаи. Но ветер что-то совсем уже начинает усиливаться. Ну, делать нечего. Ну, как бы то ни было, в этом сезоне подсолнухи сорта «Лакомка», возможно, и не достигли своего максимального размера, как иногда бывало. Но все-таки завязали неплохие головки. И, надеюсь, птичкам они очень понравятся. Вот такие подсолнухи. Пожелаю всем огородникам выращивать эту культуру. Если даже не использовать их по назначению для еды, то они вот помогают различным насекомым прокормиться.
Вот шмель маленький прилетел на подсолнух, еще цветущий, молоденький. Вот он что-то тут хозяйничает, собирает что-то, какую-то пыльцу. Ну, надеюсь, это ему поможет. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.